Я хочу кое-что купить для Паро. Мангал Сутру. Пойдешь со мной? Пойдешь или нет? Конечно! Конечно, пойду! Хорошо. Значит, через 20 минут. Хорошо. Сэр. Проходи. Спасибо. Невестка? Да. Ну... Брат, ты сказал, что нужно 20 минут. 20 минут еще не прошло. Кстати, у меня есть дела. Нет-нет, это не... Да? Я хотел спросить... Паро... К 5 вечера... Надо привезти в СБГ. В СБГ? Что-то случилось? Нет-нет, ничего не случилось. Я хотел... Просто я... Ну... Вот как. Хорошо, брат. Все будет сделано. Сэр. Эта нить постоянно соскальзывает с моей шеи. Мы с сестрой уходим. Куда? На службу. С сестрой? Нет, я имел в виду... Я на службу, а ее подвезу куда нужно. Но дядя сказал, что сегодня не ваше дежурство. У меня важное дело. Погодите. Прежде чем уйти, поставьте его наверх. Что-то еще? Да! Положите ей это. Ну, ладно, хорошо. Я сама. Я могу идти? Нет, стойте. Еще кое-что. Что? Что? Что?
Думаю, я забыла, что... Я пойду? Нет-нет. Погодите. Дайте подумать немного. Дайте подумать. Когда вы так на меня смотрите, у меня мысли путаются. Я теряюсь. Я вспомнила. Таблетки. Надо принять. Вы их не допили. Еще один день. Я пойду. А, Митхали так готовит, пальчики оближешь. Замолчи. Не произноси это имя. Почему? Тебе не нравится ее готовка? Была бы нужна еда, наняла бы кухарку. Дело невестки — прибавлять семейство. А если ждать этого от нее, то останешься без наследников. Теперь она стала заносчивой. Правда? Если Господь сердится на тебя, он дает волю гневу. Он снова послал в дом Рудру и Паро. Рука Рудры теперь в порядке. Что? Мама. Если все уже хорошо, зачем нужен мой приговор? Верни меня домой. Что я могу сказать о твоем приговоре? Я не понимаю, чего добилась приговором. За что мне все эти напасти, а? Ты... Чего ты хочешь, а? Мне, как и эта девчонка, на одной ноге постоять? Пусть! Вот! Вот! Мама, думаю, ты отвечаешь за прошлые грехи. Ты только смотри, из-за покаяния не сломай ногу, иначе... Иначе в доме будут два калеки. Первый ты, а второй дядя. Замолчи! Все в этом доме стали смелыми. Пора уже показать им их место. Вы не знаете, зачем майор позвал меня? Нет, не знаю, мэм. А где он сам? Тоже не знаю. Паро. Ты, наверное, удивлена тем, что я тебя позвал. Помнишь? Все началось здесь. Я так поступал с тобой. Ты мне тогда сказала...
палач. Ты была права. Я хочу сказать, Паро. Понимаешь, в общем, поэзия не по моей части. И певец я тоже плохой. Ну, и шесть месяцев назад, нет, не 6 месяцев, 15 лет. 15 лет. Я в первый раз уехал из Чандангара с отцом из Виджапура в Дели поступать в СБГ. Оттуда назад на службу. Потом с одного места службы на другое. Просто ездил. Я почти привык. Привык, пока ездишь, нечего. Да и некогда думать. А если нет мыслей, то и нет боли. Ничто не мучит. А теперь есть ты. Ты пришла и изменила мою жизнь. Изменила всю мою жизнь. Перевернула мою жизнь вверх дном. Ты научила меня справляться с бедой. Научила, Паро. И если не слушал, помогала преодолеть. Даже если тяжко, ты была со мной. Не дала сбежать. Твое упорство, Паро, покорило меня. Я сражался, Паро, с собой, со своими чувствами, переживаниями, но теперь я устал, Паро. Проиграл. В этот раз я стерплю боль поражения. Я наслаждаюсь. Ты нужна мне, Паро. В моей жизни. Я хочу жить. Поддержи меня. Я хочу осветить эти отношения. Наденешь это. Забудешь прошлое. И ты выйдешь за меня, Паро. Ты меня очень изменила. Теперь я не палач и не зверь. Я всегда хотел признаться, что я тебя... Я тебя очень люблю. Очень люблю, Паро.
Нет, дочка, не надо. Столько воспоминаний здесь, темных, горьких. Но все-таки я начала любить эти воспоминания. Я называл ее безумной. Но кто же я? Надо признаться ей. Сейчас. Прямо сейчас. Вы в порядке, майор? Нет. Вы вспотели, вы... Не подходи ко мне, стой там. Не смотри на меня так. Не нужно, не смотри, не гляди на меня. Как? Вот так вот. Словно для тебя нет... Ничего важнее. Да, это правда. Молчи. Подожди. Не обижайся. Порой я хочу кое-что сказать. Слушай. Говорите. Я не поэт. Ты знаешь, я плохо пою. Плохой певец. Но я не звал тебя слушать мои песни. Я позвал тебя потому, что здесь все началось. Ты назвала меня палачом. Ты не ошиблась и была права. Я хочу сказать, что устал убегать. Я очень устал. Устали? Тогда присядьте. Я принесу вам воды. Нет, я в порядке. То есть не в порядке. То есть я это... Все, что я сказал, забудь. Я начну снова. Ладно. Пока ты не вошла в мою жизнь, я был другим. Не помню. Я бежал. Бежал от прошлого. От жизни. Ты пришла. И теперь я не хочу бежать. Я с тобой. С тобой я...
знал? Нет, его мать сбежала. Сбежала? Да. Заруби себе на носу. Красавицы никому не бывают верны. Ни своим отцам, ни своим мужьям, ни своим детям.